Здравствуйте! На горизонте выходные, а это повод задуматься о культурно-развлекательной программе. Чем порадует нас творческая интеллигенция города? Ответ найдете в нашей афише. 10 октября театр драмы имени Горького радушно распахнет свои двери для всех зрителей. На сцене премьера, которую все ждали, которую все должны увидеть. Придворная комедия в двух действиях «Шут Балакирев». Это последняя пьеса Григория Горина. По свидетельству Марка Захарова, работу над пьесой драматург закончил за несколько часов до смерти. Премьера спектакля в Ленкоме он так и не увидел. Но его пьеса живет на разных театральных сценах нашей планеты. И вот теперь спектакль «Шут Балакирев» в репертуаре Самарского театра драмы. Не пропустите премьеру 10 октября. Самым маленьким ценителям театрального искусства в эту субботу советуем отправиться в театр кукол. На сцене спектакль «Радужная рыбка». Интерактивная сказка-игра. В процессе представления малышам предстоит не только следить за происходящим на сцене, но и принимать в действие непосредственное участие. И играть, и считать, и отгадывать загадки. Ведь рыбак и обитатели озера постоянно обращаются к ребятам за советом. А история самой «Радужной рыбки» очень поучительная. Приходите всей семьей. 11 октября в театре «Самарская площадь» комедия «Темная история». Молодой начинающий скульптор вместе со своей невестой ожидает прихода коллекционера, который заинтересовался его работами. Навстречу также должен подойти отец невесты для знакомства с главным героем. Чтобы выглядеть достойнее, герой одалживает без спроса у соседа его мебель. В самый ответственный момент в доме гаснет свет. Приходит отец, внезапно возвращается сосед. Поистине катастрофическая ситуация для героя, для зрителей выглядит суперкомической. Не пропустите спектакль «Темная история» 11 октября в театре «Самарская площадь». На этом, пожалуй, и все. Вам желаю интересных выходных. Не скучайте. Пока-пока.